Я вас приветствую. Меня зовут Виктор Назаров. Я бы хотел попросить вас прослушать песню, которую я сейчас исполню. И после того, как песня закончится, я бы хотел, чтобы вы оставили свои отзывы и комментарии на тему, может ли существовать дальше эта песня, и есть ли у нее шансы, чтобы быть в качестве участника авторской песни. То есть, могу ли я с этой песней выйти на конкурс авторской песни? Итак, я поехал. Клён развернул листья свои, словно ладони их прижимая, будто со мной заговорил. В этом зеленом бушующем мае, а я возьму своей рукой, его поглажу лист зеленый и поделюсь своей тоской неразделенной. Где же ты, моя печаль, в какую даль ты ушла? Может, я просто тебя покину? И наверху в облаках я спрошу, как дела? Ты знай, что я тебя помню, свою богиню. И наверху в облаках я спрошу, как дела? Знай, что я тебя помню, свою богиню. Я не удел, так повелось, на расстоянии я пребываю. Ты далеко, мы с тобой врозь, и расставанию не видно и края. А я держу гитары гриф, перебирая ноты нежно, и я дарю тебе мотив полный надежды. Где же ты, моя печаль, в какую даль ты ушла? А может, я просто тебя покину? И наверху в облаках я спрошу, как дела? Ты знай, что я тебя помню, свою богиню. Где же ты, моя печаль, в какую даль ты ушла? А может, я просто тебя покину? И наверху в облаках я спрошу, как дела? Ты знаешь, что я тебя помню, свою богиню. И наверху, в облаках, я спрошу, как дела? Ты знаешь, что я тебя помню, свою богиня. Всем спасибо за прослушивание. Итак, жду от вас комментарии и отзывы.